Итак, Жанна, вот в чем мы обвиняем тебя. Выслушай и вразумись, наконец. Первое. Ты сражалась под Парижем в день Божьего праздника. Второе. Ты спрыгнула с башни в замке Боровуар, желая лишить себя жизни. Третье. Ты повинна в смерти Франке и Зараса. Четвертое. Остерегитесь, епископ. Четвертое. Неправый суд вы затеяли. Четвертое. Ты носила и продолжаешь носить мужскую одежду. Вы скоро умрете, епископ. Я это знаю, стерегитесь. Это ведовство! Она ведьма! Ведьма! Огонь ее! Огонь! Занесите в протокол! Не надо! Отвечай по существу, Жанна. Хорошо. Во-первых, что касается Парижа, при чем тут Божий праздник? Грех это или не грех, не суду решать. Разве что моему духовнику. Во-вторых, не отчаяние меня побудило прыгнуть с башни. Напротив, надежда. И в-третьих, что касается Франке и Зараса, то этот заслужил свое. Он сам признался, что он подлец, негодяй, предатель. Я его хотела поменять на сторонника своей партии, господин Делурс из Парижа, но тот умер. Был бы глуп отпускать негодяя Франке на свободу. Но мужская одежда... Неужели вы не понимаете, епископ, что, находясь среди мужчин, пристойнее носить мужской костюм? Отпустите меня домой, к моей матери, и я вернусь к ней в женском платье. Последний раз спрашиваю тебя, Жанна, согласна ли ты подчиниться церкви? Нет. Вам, моим судьям, я не подчинюсь. Хорошо. Покажите обвиняемое орудие пыток. Ты боишься смерти. Боишься. Да. Боюсь. Очень боюсь. Моя плоть трепещет при мысли о смерти. От нее меня бьет озноб. Но моя душа, она вам не подвластна. Она сильнее и пыток, и смерти. И даже если я вам под пыткой скажу то, что вы ждете от меня, я все равно потом заявлю, что вы вырвали у меня эти слова силой. Так и знайте. Стоп! Саникс, Саникс, подождите. Саникс! Стоп!
Идем к окончину, товарищи. Большое спасибо. Товарищи, минуточку внимания. Сейчас вы идете в столовую. Кушайте 30 минут. Автобусы пройдут прямо к столовой. Билеты, кому нужно получить на отъезд, получите у кассира. Суточные будут, очевидно, завтра. А на обед сегодня будут щи, извините, котлеты с картошечкой. Танцуй. Разрешите. Вы танцуете? Конечно. Можно вас? Конечно. Танцуешь? Танцую. А я пою. Подожди, я сейчас. Ты куда? Я быстро. Я ждать не буду. Подожди. Девушка, вы танцуете? Вы ко мне? Конечно. Вы удивлены? Я нисколько. Танцуем? Танцуем. Вам больно? Что вы, напротив, даже приятно. А вам? И мне, знаете, как звенит. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. А знаете, давайте я их сдам. Я лучше сама. Вы знаете, сумочки не мои, и зонтики тоже, так что я лучше сама. Вы что, не доверяете мне? Ой, что вы, я вам очень доверяю. Вы, пожалуйста, меня подождите. Пожалуйста, ладно? Ну, я сейчас, ваш. Я быстро. Я здесь. Как вас зовут? Меня Аркадий. Да я Паша. Станцуем? Станцуем. Угу. Танц вечером окончен. Спокойной ночи, товарищи. Как окончен? Почему окончен? Так нельзя. Уже поздно. Да что вы поздно? Ничего не поздно. Надо заранее объявлять. Музыку! 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 Не шумите, танц вечер окончен. До свидания. Ну что вы, Паша, стоит.
Юра, сыграем сыграчку. Музыка. Станцуй. Что с вами? Так. А все-таки? Со мной сроду еще никто так не танцевал. Вы первые. А танцевать вы со мной еще будете? Танцевать? Когда-нибудь. Обязательно. Я вам, наверное, понравилась? Наверное. Правда? А вы меня не боитесь? Вас? Меня. Не боюсь. Почему? Не скажу. Ну, я знаю, почему. Навряд ли. Потому что я не эффектная. Что вы, напротив, вы привлекательная. Правда? Даже очень привлекательная. Правильно. Мне это многие говорят. Вы знаете, вы психолог. Вы даже мне немножко нравитесь. Мне Иван Сидорович предложение сделал. Да что ты? Сегодня. А ты? Приняла. И свадьба будет? Обязательно. Когда? Осенью. Чего ж так не скоро-то? Ну а как же? Чувства проверить надо. Все-таки супружество. Ой, Валечка, родная моя. Поздравляю тебя. Спасибо. Это тебе на память. А как он к Борьке-то относится? Замечательно. Любит его? Да щекак. Скажи, Валентин, все-таки он человек достойный? Конечно. И не дурен. Целовались? Ну уж это нет. Почему? Почему? Нельзя мне целоваться. Слабо. Млею. Странно. Ничего странного. Ну, вообще-то правильно. Не это главное. Конечно. Пальчик, родная моя. Посторожишь сокровище. Веди. Да где же он? Боря? Борь! Борис! Это еще что такое? Ты у меня знай край, да не падай! А ну иди. Иди, иди. Весь в отца. Встань в угол. И не лыбься. Вот так. Прасковья, глянь-ка. Мини. Ой. Ой, Валя. Замечательно. Очень удобная вещь, только коротко. Да что ты, зато впечатляет. Правда? Конечно. Ну ладно, пошла. Иди, счастлив тебе. А ну иди сюда. Господи, в чем это ты? Варенье. Варенье. Ты у меня смотри. А ты спрячь банку, то он кормленный. Прасковья, я есть хочу. Что? Есть хочу. Тогда беги, мой руки. Садись поближе. Вот. Нет, с вареньем нельзя. Да. Сейчас. Ешь, не болтай ногами. Слушай, Прасковья, иди-ка, чего скажу-то. Можно мы к тебе придем? Я с девушкой, она и я. По физике заниматься. Что? По физике, говорю, готовиться в институт. Нет, нельзя. На часок. Все равно нельзя. Ну вот, спасибо, сейчас мы придем.
Ну, не видишь, мы и так собираемся. Повернись ко мне. Боря, кому сказал? Прасковья, ты Мцири читала? Читала. Повернись, Боря. А лорда Байрона? Читала. Всего читала? Нет. А я всего. А вы? Идем. Боря, вылезай оттуда. Слышишь, Боря, я кому сказала? Кому сказала? Ну-ка, давай. Ну, Боря. Простите, пожалуйста. Ну, как она тебе? Вкус есть? Ух, вкус есть, да совести у тебя нет. Ой, дурку тайца. Боря, ты ж мусят, я тебе. Дявка. Тома! Сема, я тебе скажу. Тамара! Ну, не просил же тебя. Ты чего смеешься? Змей! Сам ты змей! Что, в физике? Не знаю. Я ведь зоотехник. Вот как? А вы? А из фабрики. Вы не удивлены? Чему? Внезапности. Какой внезапности? Нашей встречи. Не удивлен. Почему? Да вы уже 2 часа за мной ходите. Правда? Правда. А это была не я. А кто же? Не знаю. А я знаю. Кто? Вы. А вы любите театр? Люблю, а что? Я тоже очень люблю. Здоров. Привет. А я в клубе играю. И кого же? Бабу-Ягу. Паш! Здравствуй! А где вы были эти 3 дня? Работал. А вечером? Дома. Тоже работали? Нет, отдыхал. А что? Я вас ждала на танцах. А я здесь живу. Вон там, на 3-м этаже. С мамой? Нет, с женой. Так вы в браке? Да. И у вас есть дети? Дочь. И вы любите свою жену? Люблю. Ха-ха. Ну, я пошла. Пока. Пока. Чудачка. Вы танцуете? Танцую. Разрешите? Что с вами, Аркадий? Да так. Семейное огорчение. Бывает. А давайте следующий танец тоже с вами танцевать. Что ж, пожалуй.
пока. Нельзя. Почему? Это банально. Чепуха. Ну, заходите, заходите. Прохладно ведь. Аркадий, вы меня компрометируете. А чего особенного-то? Ничего. Здрасте, дядь Саша. Извините. Вы удивляете меня. Желаете пройти? Желаю. Так проходите. Вот пресса. Почитайте. Хотите кофе? Это бодрит. Хочу. Угу. И я хочу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь проживает Аркадий? Здесь. Вы его жена? С ним что-нибудь случилось? Нет, с ним все в порядке, он спит у меня. У вас? Да. Присел на кушетку и заснул. Как это заснул? Очень просто устал. А вы кто? Я Паша Строганова. Так что вы не беспокойтесь, с ним все в порядке. До свидания. Куда же вы? К подруге ночевать. Подождите, может быть, вы останетесь? Ой, что вы, это неприлично. Это как раз прилично. Оставайтесь. Оставайтесь, оставайтесь. Пожалуйста. Где ты был ночью? Как где? У Виктора. Ты говоришь мне правду? Еще бы, ну, конечно. А где мои шлепанцы? В комнате. В комнате? В комнате. Ведь это же Паша. Паша! Паша! За что? Паша! Это не по-товарищески, я Паша! Все объясню! Собирай вещи и убирайся! Опять? Все, хватит теперь уже. Зина, Зина, не делай этого! Зина, ты об этом еще пожалеешь! На улицу идти? Да. На улицу? Вон! Ну хорошо, я уйду. Вон! Вон! Остановите! Остановите его! Ни за что! Как вы несправедливы! Ни за что! Аркадий! Аркадий! Ну что ж вы не слышите меня? Ведь я ж бегу за вами. Аркадий! Брысь отсюда! Да не расстраивайтесь вы! У вас все будет хорошо, у вас все образуется! Товарищ, побыстрей! Уступите ему место! Ой! Дайте мне чемодан! И приходите ужинать! Я вас буду ждать после работы! Аркадий!
Войдите. Ну вот я и пришел. И хорошо, что пришли. Прошу, проходите, присаживайтесь. Давайте поужинаем. Как так сразу? А чё ж медлить? Вы с работы, и я с работы. Выпьем вина. Ну, ухаживайте. Ухаживайте за мной. Благодарю. Смелей, смелей. До краев. За то, чтобы жизнь была полной и радостной. Угощайтесь. Салат, рыба, птица, икра. На десерт будет шампанское с фруктами. Потом кофе с конфетами. Ну, угощайтесь. Дичь можно руками. Положить к себе на тарелочку, так будет удобней. Вот. Одному не одолеть. А я вам помогу. Товарищ, на-ла-ла-ла-ла, товарищ.
Паш, давай на Диккенса подпишемся. Давай. Я тебе галстук купила. Ух ты! Спасибо. Войдите. Здрасте. Паш, можно на минутку? Здравствуй. Ой, кто это? Это ой, Бориска. Посторожишь? Нет, все никак. Все не Аркаш дома. А завтра? И завтра тоже. Работы много, устает. Понятно. Пойдем. Не пойду. Валя, Валь, подожди-ка. Не вертись, да кругом, понял? Вот так. Бориска. Пошли без ваших конфет, а Бориска. Паш, давай торшер купим. Давай. И шубу. Да у меня ж есть уже. Еще будет. Сокол ты мой. Аркаша? Ну? Только ты не смейся, пожалуйста. Угу. Ты знаешь, Аркаш, я буду артисткой, великой артисткой. Ты что ж мне не веришь? А ты верь мне. Верь, мой миленький. Верь, мой мальчик. Здравствуй. Ну, что тебе? Уйди ты. Не отвлекайся. Жди вот. Ну, что тебе? Прасковья, сегодня решается все. Теперь или никогда. Дай ключ. Не дам. Человек ждет. Все равно не дам. И вообще, не приходи сюда больше с ней. С ней? У нее, между прочим, имя есть. И она мне не кто-нибудь, а невеста. Все равно не приходи. Я теперь замужем. Ты? Я. Так ведь он женатый. И что? У него же дочь. И что? Ух, и стерва же ты. Грубый ты, Павлик. Очень грубый. Дай ключ! Привет. Привет. Я девчонка, Иначка, я работы не боюсь. Я летаю на медёте, Илачке, я скачу, крутюсь, вертюсь. Могу кошкой, могу мышкой, могу голуби блететь. Могу девицей, красавицей, с парнями песни петь. Ярким пламенем горю, кого по свету воню. Соблазню.
Что вам надо? Хоть тут всякие. Здрасте, вы Паша. А вы кто? А я режиссер. Давайте знакомиться. Хотите сниматься в кино? Баба-Ягой? Нет, не Баба-Ягой. Хочу, а что? Вы читали о Жанне д'Арк? А как же? Она кто? Француженка? Народная героиня. Конечно, читала. А что? Вот и хорошо. Будем делать кинопробы. Угу. Что будем делать? Кинопробы. Ну что вы? Стоит ли беспокоиться? Я и так согласна, без кинопроб. А чё он смеется? Не обращайте внимания. Правда, правда, согласна. Только я не артистка. И хорошо, мне это и надо. Я не эффектная. И прекрасно. И я замужем. А это я уже знаю. Откуда? От верблюда. Нет, правда. Да я уже все о вас знаю, Паша. Вы что же мной интересуетесь? Интересуемся. Да. А он кто? Одинок. Второй режиссер. Значит, вы главный? А я главный. Ага. Ну, согласны? А документы у вас есть? Да, конечно, есть. Вот, пожалуйста. А это мой. А уж не надо. А почему не продленный? Действительно. Аркаша, меня в кино снимать будут. Паш, мы не одни. Здравствуй, милочка. Вы уж меня извините, я за мужем пришла. Погулял, потрепался и хватит. Аркаша. Завтра 1 сентября. Дочь вернулась из лагеря. Ждет. Семья. Да. Тебя тут приодели. Одни обновки. Я думала, соседи врут. Все выглажено, заштопано. Вам бы замуж надо. Из вас неплохая бы супруга получилась. Он ведь у меня неряха. Между нами, женами говоря. А где шлепанцы? Они на мне. А ты не ори. А я и не ору. Вот и не ори. Вот так. Может, тут еще чего затерялся? Ой, ты видишь? Не пущу! Милочка, да ты еще и хулиганка. Бей! Что не смей! Пусти! Аркаша! Пусти! Она недостойна пусти! Тебя! Ой, ну и бабу себе отыскал! Ну и рожу! Паша, не слушай ее, дура, я твой! Аркаша! Возвращайся, я жду тебя! Сиди. Ешь.
Соседка. Ну, я пошел. Только попробуй. Я способна на все. Не хочу. Павлик, пойдем. Прасковья, ты что, косила? Павлик, пойдем. Ну-ка, дай-ка сюда. Что это у тебя? А? Смотри-ка, поцарапался-то как. У-у-у-у, какая штука-то. Ну ничего, успокойся. Сейчас все пройдет. Вот так. Ну что ты? Пошли. Вот. Сейчас посидим. Чайку попьем. Садись, садись, посиди. Томка, чаю. Встань, Жанна, и отвечай на вопросы судей стоя. Итак, Жанна, ты полагаешь, что истинное чудо на земле человек? Да, сударь. Человек, который соткан из греха, ошибок, неумения и слабости. Но также силы, доблести и чистоты. Ты утверждаешь это? Да. Ты слишком много на себя берешь, Жанна. Нет, сударь. Я все это видел на войне. Итак, ты оправдываешь человека. Ты мнишь его одним из величайших чудес Господних. Да. Ты богохульствуешь, Жанна. Человек – это грязь, подлость и непристойное видение. Да, сударь. Он грешит. Он бывает гнусен. А потом неизвестно почему он кидается на перерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка. И с переломанными костями умирает спокойно. Он умирает, как зверь, во грехе. Нет, сударь. Он умирает сияющий, чистый. И Бог ожидает его, улыбаясь. Я здесь. Ой, кто это? Девочки. Миленькие мои, тёлочки родные, Машка, приехали. Здравствуй, Машка. Паш, ну вот скажи ты мне, отчего все-таки тебя в кино играть взяли, а не какую-нибудь там артистку? Ведь сколько кругом артистов хороших, все стены в клубе увешаны, а? Это потому, Катюнь, что мы Жанна д'Арк очень похожи. Как это? Очень просто. Она из народа, и я из народа. Ну и что? Я тоже из народа, и Валентина из народа. Мы все из народа.
Она с Жанной Д'Арк острота реакции одинаковый, темперамент тоже. Чего? Острота реакции и темперамент. Понятно. И лицо похоже. И лицо. И фигура. И фигура. Так не бывает. Бывает. А ты почем знаешь? Говорят. Кто говорит? Компетентные люди. Уникально. На нем погоны золотые и яркий орден на груди. А меня Иван Сидорович Нефертити назвал. Трепетный он у тебя, Валь. Очень трепетный. Что есть, то есть. Любит он меня очень. Да раз тебя можно не любить-то. Ах, Пашка, Пашка. Подумать только, на какую дорогу ты вышла. А ведь была такая, как все мы. Чего ты мелешь? Чего? За границу поедет, поклонников куча будет. Счастливая? Да, девочки, счастливая. Очень счастливая. Ролей буду играть много. Все самые трудные. Марию Стюарт хочу. Она кто? Королева. Ей голову отрубили. Как? Совсем? Совсем. За что? За любимого человека. Уникально. Я бы тоже сыграла. И я. Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет. А мой Аркаш тогда на меня полюбуется. Он вернется ко мне. Верьте мне, девочки, обязательно вернется. Конечно. Паша, а у тебя как роль получается? Роль? Да. Замечательно. Расскажи. А что говорит? Сами увидите. А нас пропустят? А как же? Со мной пойдете и пропустят. Уникально. Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, милый мой идет. На нем защитна гимнастерка. Она с ума меня сведет. На нем защитна гимнастерка. Она с ума меня сведет. Жанна, заблудшая дочь наша, пожалуйста, подпиши. Зачем вы говорите со мной ласково? Я говорю с тобой так, как велит Бог. Бог добр. Бог, но не вы. Пусть так. Подпиши. Не буду я ничего подписывать. Подпиши. Не буду! Ну, разве так можно, Жанна? Подпиши. Нет! 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 К
чему ты упорствуешь? Зачем? Ведь твой король все равно не спасет тебя. Это неправда. Правда. Правда, потому что он тебя предал. Нет. Мой король не предал меня. Предал. Мы однажды доказали тебе это, и ты сама согласилась, что твой король тебя предал. Это была минута слабости, я сожалею о ней. И все-таки он тебя предал. Значит, так надо было Франции. Это весь материал? Да, 7 коробок. Ну что, товарищ, по-моему, положение ужасно. А по-моему, отлично. Ну, не знаю. Вас же просили, умоляли. Не брать я на главную роль. А меня тошнит от смазливых физиономий. Дело не в этом. Разве это Жанна д'Арк? Какая-то хулиганка. Я как автор сценария настаиваю на ее замене. Она незаменима. Вот как. А почему в зале посторонние? Почему в зале посторонние? А? Почему в зале посторонние? Где посторонние? Девочки, прошу срочно покинуть зал. Девочки, сидите. Что значит сидите? Сидите, прошу девочки. Вас покинуть зал. Но они со мной. Это не страшно, что с вами. Прошу покинуть зал. Ничего, Прасковья, не расстраивайся. Иди, Катерина. Быстро. Не расстраивайся. Быстро, девочки, быстро. Живей, 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 живей. Быстренько. Валентина! Девочки, я с вами. Прасковья Ивановна, а вы можете остаться. Да иди ты! Ну ты-то что водишься, Валентина? Ой, Господи, ну что мне, в дорогом что ли ехать? Дай спокойно переодеться-то. Уйди. Ты только гордость не теряй, они мизинца твоего ой, не стоят. Прости. У тебя талант. Ты гений, Паша, гений. Знаешь, как перевоплотился, ой. Уникально. Я так растрогана. Ой, прости. Может, все-таки не уедем? Мы же в отпуске. Замолчи! А я и молчу! Это самое, ты куда? Домой, в Реченск. Перестань глупость говорить. Тоже мне тут понимаешь. Ты что, дитя, что ли? Девочки, идите! Не прикасайтесь ко мне. Да не прикасаюсь я тоже мне. Прасковья, мы тебя ждем. Иду. Ты никуда не поедешь. Посмотрим. Я тебя никуда не отпущу. Пустите. Я тебя никуда не отпущу, Паша. Хорошо. Берегись! Киношник! Истеричка! Я буду жаловаться! Девушку не видали? Нет. Ставь сюда. Разрешите. Господи, псих ненормальный. Ну, погоди. Пустите меня! Дай мне. Же так. Пусти, дай мне. Дурак! Девочки! Я с вами! Девочки! Вещи! Вещи, машину, быстро! Пустите меня! Пустите! Ах ты дрянь, ткачиха! Это режиссер! Да пропади ты пропадом!
Ну, погоди у меня. Беги, беги! Давай, давай, давай! Гражданин, сюда нельзя. Что? Пожалуйста. Граждане, сдайте назад. Еще. Отойдите. Я не могу. Мне руки мешают. А ты не думай о них. Давай еще раз. О, государь мой, святой Михаил. О, сударыни святые, Екатерина и Маргарита. Почему вы не говорите со мной? Почему вы покинули меня в одиночестве? Ну что? Почему они? Что? Почему ты молчишь? Я слова забыла. О, государь мой, святой Михаил, сударыня святая Екатерина и Маргарита, почему вы не говорите со мной? Почему вы покинули меня в одиночестве? Вы были со мной, чтобы вести меня к победе. Но ведь вы мне... Я не могу, у меня не получается. Почему не получается? Я не знаю. Ну а кто знать-то будет? Я с тобой вожусь уже столько времени. Отвечай мне немедленно. Немедленно отвечай мне, в чем дело. Ведь это так просто, Паша. Ну что тебе мешает? Руки. Ну и как нам выйти из этого положения? А давайте с ним вместо меня другую артистку. Что-что? Другую артистку. Правда. И я уступлю свой приоритет. Ну что вы смеетесь-то? Я ж серьезно. А как ты себе это представляешь? Очень просто. Вы ставите вместо меня другую артистку, надеваете на нее мой парик, одеваете во все мое. Только я стою щекой к киноаппарату, а она будет стоять спиной к киноаппарату. Вы, значит, аппарат снимает ее. Руки мешают? Вот сейчас. Нет. А почему? Потому что ты не думала о них. Вот почему. Встань на место. Быстро ступай на место. Давай еще раз. Будем снимать сейчас. Внимание, тишина. Внимание, тишина на площадке. Приготовились. Поставь руки правильно. Начали. Ну что опять? Я тебя поколочу, в конце концов. Что ты смеешься? Подойдите, пожалуйста, ко мне. Ну что еще? Я стесняюсь. Чего? Стесняюсь. Народу много. Виталий Алексеевич, Одиноков! Я здесь? Спрячь массовку. Только быстро. Понял. Вот! Разойдись! Может быть, нам тоже уйти? Останьтесь. Спасибо. Может быть, мы начнем наконец? Начнем. Можно я так? Можно. Нет. Я лучше так. Пусть так.
Нет, они мне мешают. Они мне мешают! Они мне мешают! Федор Васильевич, они мне мешают! Отпустите меня, я ж не сумасшедшая! Федя, ну прекрати ты это! Ну отпустите меня! Скорее дайте кто-нибудь воды! Успокойтесь! Отойдите от меня! Федя, ну прекрати ты, так же нельзя! Дайте пилу! Пилу? Пилу, пилу! Какая больше мешает? Левая или правая? А это зачем? Рука мне не мешает. Сейчас узнаешь, зачем это. Не надо. Я все поняла. Я все поняла. Сейчас все сделаю. Встань. Ага. Все сначала. Хорошо. Вот так. О, господи. Сгинь. Начали? Можно я в этом месте буду на кого-нибудь смотреть? Виталий Алексеевич! На кого-нибудь! Одиноков! Я здесь. Встаньте там. Чуть выше. Можно выше. Стул, пожалуйста. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Так. Чуть ниже. Начали. О, государь мой святой Михаил, о, сударыни святые Екатерина и Маргарита, почему вы не говорите со мной? Почему вы покинули меня в одиночестве? Вы были со мной, чтобы… Что такое? Сейчас. О, государь мой святой Михаил, о, сударыни святые Екатерина и Маргарита. Ну что опять? Можно я буду смотреть на картинку? Так будет лучше. Можно. Виталий Алексеевич, Одиноков! Я здесь. Картинку быстро. Картинку принесите. Поторопи, поторопи. Ну принесет кто-нибудь картинку, наконец! Тоже мне тут, понимаешь, еще, боже мой! Несут. Так хорошо? Массовку на место. О, государь мой, святой Михаил, о, сударыни святые Екатерина и Маргарита, почему вы больше не говорите со мной? Почему вы покинули меня в одиночестве? Вы были со мной, чтобы вести меня к победе, но ведь вы мне нужны в горе. Ведь я еще не очень умный, Господи, мне так трудно во всем разобраться одной. У тебя все готово? Готово. Тогда начнем. Внимание! Съемка! Мотор! 281, дубль 3. Есть! Начали! О, государь мой, святой Михаил, о, сударыни святые, Екатерина и Маргарита, почему вы больше не говорите со мной? Почему вы покинули меня в одиночестве? Вы были со мной, чтобы вести меня к победе. Но ведь вы мне нужны в горе. Ведь я еще не очень умная, Господи. Мне так трудно во всем разобраться одной. Сударь мой, святой Михаил, помоги мне в этот трудный час. Стоп! Снято! Молодец. Благодарю всех! Съемка окончена! In braccio a me, o benedetto chi t'ha fatto. Как настроение, Паша? Хорошее.
Слушай, сколько все будет идти на экране? 13 секунд. Всего? Это не так уж мало. Вот так. Здравствуйте. Прасковью нашу не видали? Подевалась куда-то. Ай, пусти! 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 Дезертиры. Где твое оружие? Там. А твое? Не знаю. Почему? Отвечай. Почему? Страшно было, вот почему. Жанна, прости меня. Я больше не буду так. Жанна, прости меня, Жанна. Повесить предателя. Обоих? Обоих. Жанна! Ведьма! Ведьма! Жанна! Ехать, Жанна. Что с тобой? Не страшно. Пора ехать, Жанна. Коня! Коня! Те, кто верит в меня, за мной. Здравствуйте. 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 Вы ко мне? Садитесь. Угу. Как насчет работы? Какой работы? Моей. Да? Моей. А на вас нет заявок. Почему? Вот это ж я не знаю, почему. Странно. Что ж тут странного? Странно. А что же мне теперь делать? Вступайте в отдел кадров. Я уже там была, меня направили к вам. Ко мне? Боже мой, о чем они только думают? Да. Да-да. Я слушаю и записываю. Хорошо, жду. А вы обращались к Федору Васильевичу? Кому? Ну, к режиссеру вашему. Пусть он поможет. Он теперь в санатории. Лечится. А он обещал что-нибудь? Только будет не скоро. Ну, я, к сожалению, ничем вам помочь не могу. Но если что-нибудь будет, мы вам напишем. Что же, я теперь никому не нужна? Пока никому. Вы очень хорошо поработали, роль у вас получилась. Но вы очень специфичный, такие пока не требуются. Странно. Я могу ехать домой? Да, конечно. Билет вам, по-моему, уже заказан. Странно. Как странно все. До свидания.
До свидания. Трещин с товарищем приехали. Девушка, выход с другой стороны. Да-да, я знаю. Девушка! Я знаю, знаю. Трещин, стоянка 5 минут. Приехали. Паша! Паш! Здорово! Здравствуй. Прасковья! Ты? Я ж тебя! Встречать! Ты чего одна-то? А где все-то? Да не бойся, теперь не догонят. Ругаться будут, а не догонят. А ты знаешь, что я насовсем вернулась? А как же, я все знаю. Я насовсем вернулась. И хорошо? Откуда ты знаешь-то? А Валька сказала. Она откуда знает? Так звонили же тебе. Куда звонили? Ну, в эту, в твою, как ее, организацию. На студию? Ну. Ой. Да ты что? Обиделись, наверное. Да ну их! А я на Томке-то женился. Поздравляю. Комнату мы получили. Поздравляю. И главное-то, в институт поступил. Поздравляю. Спасибо. Да открыто. Живая! Прасковья! Ой, ты мой Борис! Давай, Паша! Палась! Девочки, она же есть, по инклиду, Паша, ну что же? Ребята, шампанское! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня помните? Ну, а как же? Как же мне вас не помнить? Прошу, заходите. Аркадий дома? Нет, он на собрании в школе. Тогда передайте ему, пожалуйста, вот это. Пожалуйста, передам. Только попрошу вас впредь никогда к нам больше не приходите. Это неприлично. Извините. Говорят, вы артисткой стали? Это вы его скупили? Я? Вы.
Да он любит меня. Любит? Любит. Да что он понимает в любви-то? Любит. Он жизнь мне покалечил. Я терпеть его не могу. Вот так на. Он мизинца моего не стоит. Я презираю его. Презираю и смеюсь над ним. Я смеюсь над ним. Дура какая. Ты меня осуждаешь? Ведь осуждаешь. Осуждаю. И правильно. Барахло я. А ты знаешь, Пашка, я ведь работник хороший. На доске почёта висю, пишу. У меня друзей много. Не пью. Не веришь? Я верю тебе, Аркаша. Лысеть начал. Где? Покажи. Все равно ты самый красивый. В тебя нельзя не влюбиться. Что же у вас там в кино? Нет никого получше? Нет. Ну тогда не в кино. Нету. Ну, я не знаю. Ты только успокойся. Ты успокойся, Аркаша. У вас все будет хорошо. Ты успокойся. Да я не про то. Про то, Аркаша. Про то. Она, наверное, очень тебя любит. Успокойся только. Ты-то как? Да что ты, Аркаш, ты про меня не думай. У меня все хорошо. Ты знаешь, какая я сильная. Не думай обо мне. Иди, Аркаш. Эх ты. Не думай. Thank you.
дайте крест! Дайте мне крест! Дайте крест! Последняя часть. Приготовьтесь. Когда зажжется свет, вы все пойдете к экрану. Хорошо. Принимаю это отлично. А вы как считаете? Превосходно. Я ничего лучшего не видел. Понятно. Пора, товарищи. Идемте. Черт. Ну, Паша, идем. Что ты дрожишь? А я не дрожу, меня трясет. Меня тоже трясет. Thank you.